почти, да. Пожарище, пожарище. Красота на улице, наверху же. Доброе, прекрасное утро, ребят. СМС-очка от Айдара. Доброе утро. Канал Сайнфиш. Едем в Астрахань. Ехать нам 900 километров. Навигатор показывает 11 часов. В добрый путь. С Богом. Уже скоро будет половина пути позади. Едем снимать фильм про рыбалку, подводную охоту, если повезет. Ну и про Астрахань. Ничего не загадываем, ничего не планируем, не ожидаем. Что будет, то будет. Ловить пытаться будем все. И сома, и сазана, и хищничка, и воблу. Потому что в этом году, это 24-й год, воблу разрешено ловить всего 10 дней, с 20 по 30 апреля. Чуть-чуть нужно обязательно и воблочки подловить. Едем с отцом Сергеем Николаевичем, в дальнейшем просто Николаевич. Вот. Но там уже на месте, это село Тишково, нас, ну, на полдороги, наверное, подхватит Айдарчик, Айдар, у него там объект, работает, и по этому случаю в том числе мы выбрались. Много не буду разглагольствовать, увидимся в Астрахани. Мчим, летим, опаздываем, прям в тютельку пытаемся успеть на паром. Впереди, сначала думали, это такая туча, потому что со стороны Астрахани все небо было черное, затянутое. Сейчас подъезжаем, летит какой-то пепел. Подозреваю, что это даже может быть что-то горит, камыш, прям масштабно. Туда нам надо. Не хочется сильно сигналить, народ будить. Давай. Короче, не успели мы до парома, до 7 часов по местному, до 8. О, всех собак в поселке, в селе Тишково перебудили. А что ты говоришь, мужики на лодке? Отловились ни о чем? Сегодня? Ну вот они будут. Пока перспективы не радужные, но для начала надо на тот берег переправиться. О, что-то пока нас не хотят забирать. Я знал, что так будет. Ладно, едут, едут. Вечер добрый. Заезжать? Да, подожди. Я думал, ты с это со 100 граммулями. Налей, Николай. Вообще все готово. От стресса. Разгружаемся? Я разрешаю. Здравствуй, дорогой. Я разрешаю. Я в шоке, блин. Короче, разгружаемся. Фу. Машину чуть подразгрузили. Вот так вот это все выглядит. Брали все по максимуму. Такая вот комнатка. В принципе, классно, уютно, удобно. Единственная дорога, конечно, на Шкоде. Жалко ее просто. В принципе, ничего такого не было. И спешили на паром.
Так, в принципе, нормально. Сейчас вон там Айдарчик пловчик готовит. Надо отдыхать сегодня, а завтра уже снимать с утреца. Я думал, уже все готово. Все готово? Налито все? А мы же не пьем. Да, это точно. Правда, правда. А, это у тебя мясо приготовилось, да? Зервак приготовился, да. Сейчас. Зервак это мясо? Зервак это мясо, овощи, лук, морковка. Ты, видишь, неандерталец, не знаю. Я тебе лучше скоро. Не, я лучше шашлычок. Я лучше покушаю просто, да? Да. Доброе утро, страна. Это вот это наш домик. Быстренько собрался, поэтому есть время чуть-чуть пройтись. День первый. 8 утра у нас лодка. По Москве 7 утра. И выплываем, куда нас вывезут, на воду посмотрим. На сегодня нарисован сильный ветер, 10 метров в секунду. Будем прятаться от ветра, скорее всего. А завтра вроде бы уже должен на спад пойти. С понедельника там вообще шикарная погода. Ну, понедельник нам уже надо будет ехать домой. Напрасны мольбы, бесплодные молитвы. Здесь время гуляет по лезвию бритвы, и все мы гуляем по лезвию бритвы, по лезвию бритвы. Так машинально. Присаживайся, Николаевич. Че, я тогда рядом с водителем? Нет, нету. Дим, кто тихо тяжелее из нас? Ну давай сейчас посмотрим. Давай. Кто тяжелее, садись за руль. Да плюс-минус одинаково. Меня куда-нибудь, да? Покатаем тебя, Сарсан. Меня домой. Я? Тепло, закрой, пожалуйста. Все, все. Не убежит. А вдруг? Куда? Давай еще. Довольно. Давай, давай, удачи. Спасибо. Желательно катер, чтобы вот так вот ровно стоял. Нам хуёво. Да-да-да, вот. Да-да-да. Я счастлив. Просто. Первый день в Астрахани, высадили меня на таком бережку, так сказать. Мужики чуть дальше, 100 метров отплыли. Короче, я тут удобно разбомбился. Сейчас вот Гошкой подсниму, покажу. Такое вот, камерку поставил. В целом, как я люблю, чтобы удобно можно было расположиться, раскинуться. Мне это важно, чтобы удобно было. Много текста. Будем ловить. Рыбалочка. Астрахань. Кстати, подводной охоты, скорее всего, не будет. Вряд ли мы сможем найти прозрачную черную воду. Все. В бой. Ловить рыбку. Ну что? Первый сазанчик астраханский. На леща. Ой, на леща. На зеленого червя. Ох, заглотил по самой гланды. Походу, доносит. Сейчас попробую
отпустить его. Один сазанчик взят. Пока только раскидываюсь, толком даже как-то там корявенько его на GoPro-шку снял, отпустил. Ну такой нормальный, кило полтора, наверное. Давно что-то поклевывает, все равно хочу перезакинуться, сейчас вытащу. Там уже, может, сазанчик сидит. Ну иди сюда. Так. Никого. Ладно, это мы сейчас перезабросим. Хочу попробовать на рыбный бойл, прям здоровый, 20-й, на крупнячок. Вот туда чуть-чуть сейчас стороночку поставлю. Хрен поймешь по такому ветру, где поклевка, где не поклевка. Есть. Сидит-ка хороший. Сидит кабанчик. Ох, хорош. Тихо. Иди сюда. Хорошенький. Хорошенький. Тихо, 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 тихо. Есть. Есть рыба моей мечты. Вот этого уже мы возьмем. Тихо, тихо. Ну вот такой вот, ребятушки, дикий сазанчик, второй на зелененького червячка. Хорош, красавчик, красавчик. Конечно, чтоб побольше оказался. Ну красавчик, красавчик, такой двушечка. Может быть, даже трешечка. Весы у Николаевича остались. Ну, короче, в мешочек. Я думаю, такого можно брать. Хорошенький, длинный. Кайф, я счастлив. Ловим дальше. Один, один, один. Опа. Ты на камеру, походу, клюешь, да? Не подсекся? Подсекся. Залез. Хочу поймать живца и закинуть на сомика. Место, в принципе, подходит. Поэтому достал флетфидерный монтаж. Вот, насаживаю красного червячка. И подозреваю, что сразу он моментально клюнет. Мужики посрывались с мест, потому что люто горит камыш. А у меня... Есть! Вобла! Вы мне там удочки тут не сломайте! Ё-моё, вот это да! Вот это кто-то подпалил камышек.
Ё-моё. Это пожарище. Жарко, однако. Жарит прям, не дай боже. Вот такая вот экстремальная рыбалочка. Я такого еще не видал, конечно. Конечно, жескарь. А там еще продолжает гореть. Короче, под той стороной стояла куча лодок, там, ну, штук 10-15. Все подмотались, поуезжали. Хорошо, что я на этой стороне высадился. Как бы тут, ну, вряд ли она через воду как-то огонь перекинется. Да там вообще пожарище. Пожарище, пожарище. Жуть. И пошел кто там? Пап. Да, пап. Алло. Ну, сейчас проходит по чуть-чуть. Да мы нормально, да, мы нормально. Вот, мы на... Да, разберемся. Ну, почти, да, почти. Тут уже особо гореть нечем, оно все сгорело. Давай, ловим. Давай. Рыбу поймали и пожарили, называется. Да, можно рыбу жарить. Охренеть, конечно. А, я еще это все время снимал на Гошку. Короче, Айдар Хайдарыч ко мне высадился, десантировался. Сейчас будем вместе ловить. Прям реально жарко. Жарко, да. Ну тут до того берега, ну сколько, метров 30. Метров 30. И ветер на нас. И ветер на нас. Да там просто жесть. Все фиксирую. Видишь, сейчас ветер, пламя на пол воды раздувается. Тут, ну, метров 30, а пламя наполовину. Обалдеть. Просто, может, не погасил бычок, может, специально подпалил. Не, специально палят. Ветер, да. Условия, конечно, просто. Все, пепел на нас полетел. Весь пепел на нас. Еще и этот брызгается. Три сазана. Большие? Хороших. Да. Ну, а короче, первого я отпустил. Ага. Первого отпустил. Второй у меня ушел. Я третьего вон в мешке в воде. Ну, такой на двушку точно. Да? Да. А вы больших поймали? Ну, штуки 3-4. Сазанчик. 2 кг? Где-то ориентировочно по двушке. Ну, повесим, что. Ну, в смысле, взвесим. Сегодня, короче, едим сазан. Да. Чё готовишь? Жарю. Жарю? Хочу жареного в муке. Ну, огонь. И, значит, у нас сегодня за повар. Все, не вопрос. Пепел уже все глаза забил. Еще, ну, почти полностью камыш сгорел. Что там?
Детей мы не обижаем. Особенно таких маленьких. Вот так вот, от ушара. Слышь, так еще и заглотил-то как. На зеленого, на здоровый крючок. Да, я понял. У тебя далеко груз? У меня вот. Здесь поставлю. Не груз, у меня рыба. А, рыба? Большая? Да. Сейчас. Помогаю. Ушел? Нет. Иду. Братан, он просто за это. Где он? Вон. А, вижу. Эх, сейчас. Пробую попускать. О, блин, тихо. И дырочка вот тут. Горе подсачники. Но я чувствовал, что подсак выдержит нормально. Ну, видишь, запутал. Угу. Хорош! А ну, попозируй чуть-чуть. Пониже. Сядь. Фоточки выдашь? Это видео. Ну, я понял, ну сделаешь потом. Сделаем. Закидываешь. Леска капец как парусит. А плетенка нет. Раза в два меньше. Пацачик. Есть? Ну-ка, нет. Твою дивизию выплюнул, а? Ну, хрен он. Да такой же, наверное, на двушечку. Так, ну давай. Кто тут у нас? Поклевочка, да? Да, сейчас у меня поклевка. Сейчас вытащу сазанчика. Давай, ладно. Давай. Я его сейчас сюда, прям вправо и под берег кину. Ё-моё, так тут сазанчик сидит. Вот он у меня, да, видишь? А ну, я его сейчас сюда продеру. Да, я его как на поплавочку. Конечно. Смотри. Тихо, дружочек, леску мне, тихо. Сидел и не ворочался. Ну да, и утянул туда. Сидел и не ворочался. Сазанчик, ух ты, злодей. Тихо. Давай. Детей не обижаем. А, так он повел, походу. Он, походу, увел.
Ага, есть. Пока не пойму. Не-не-не, такое. А, все, он выплюнул. Выплюнул. Я бы его все равно бы отпустил. Он такой килошный. Он сам себя отпустил. Ё-моё. Понятно, почему его не сносит. Ну, что-то там, да, намотало, походу. Он давно, походу, сидел. Тише. Тихо. Тихо, 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 тихо. А как поклевки нет? Да она такая, еле-еле слабенькая поклевочка. Так. Все, малышок, карандашок. О, свои. Вот свояще. Опа. Есть поклевка. Есть? А, да подожди, у меня первые полпути тоже его не чувствовал. Ну конечно! Ну не сильно, в пределах разумного, нормально. Ты туда кидаешь, он как раз ровно. Влево кидай и все. Вот, смотри, я кидаю, у меня леска ровно, прямо вот туда идет. Я кидаю недалеко, метров 10-15. Вторую сносит. Вон, видишь, у тебя плывет. Ну а что вы поймали? Ну, сазан, ну я штук 5. Ну я отпускаю. Не, серьезно. Серьезно. Ну 5 поймал. Ну 5-6. Ну вот такие. Вот такого взял в мешок. Еще один такой же сошел. Одного такого же отпустил. Первого. Ну 2-3 килограмма. Нет. Полные глаза пеплые, все нормально. Полные глаза пеплые, нормально. Ты что поймал? А на что ты ловишь? На кукурузу. А на зеленого? У меня на зеленого берет. У меня уже пачки нет. А что ты его сам ел, что ли? Проголодал. В смысле у тебя пачки нету? Правильно, и приплыли тут рыбу, все нам пораспугали. Конечно, не будет клевать. Твое питание. Хомячим. Хомячим. А что-нибудь повкуснее редиски там есть? Я редиску не хочу есть. Дальше иди, куда, блядь, прешь. Срезал. Да не. Если ты недалеко кидаешь, он не срежет. Да, я кинул далеко. Они сейчас все будут вот тут идти, потому что они посмотрят, лодка, знаешь, там рыбаки, и там рыбаки, они все под этой стороной будут идти. И Сан Саныч же так же, что он объезжал рыбаков. Ух ты, ёпта. Так. Ты. Ну давай, еще. Ай, блин, ушел кабанчик. Ну давай.
пойму. Что-то есть. Или нет, он что-то то. Ага, есть. Да он, походу, давно сидел. Так. Да попробую сейчас сам взять. Тихо, тихо, тихо. Стой, родненький. Стой, родненький. Сейчас отпущу. 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 Походу, давно там сидел. Да? За нижнюю. Вот так вот. Вот так вот. Николай! Сан Саныч, ну покажи сазанчика на камеру. Когда потом? Ладно, мы своего снимем, не хотите? Такой, ну, на трешечку уже, да? По ощущениям. Опа! А вот это что-то нормально. Или зацеп? Сейчас, пока не... Или зацеп с поклевкой? Ага. Я его, он походу куда-то там в бровку упирается. Ага, ко мне идет. Опа, вот это что-то посерьезнее, слышь? Ага, он по воде. Возьмешь подсадчик? Это что-то... Да, где он там? Ах ты! Стоять. Сейчас я его сюда поближе, чтобы не в коряшку. Есть. Ну, этого мы оставим. Этого мы оставим. Здорово. А ну-ка, полежи-ка пока, дружочек. С тобой мы сфотографируемся. Камера не работала, но GoPro-шечка, тихо, GoPro-шечка работала. За уголок верхней губы, уже зелененький у нас подзаканчивается, уже, на, можно сказать, на красного червячка, ну такой тоже не шибко большой, но его мы возьмем. Его мы возьмем. Морда. Классный, красивенький сазанчик. Можно его даже ради интереса померить. Усач, дикарик, астраханский. Красота. Красота. Морда. Поближе к камере, чтобы больше казался. Ну, можно сказать, ради этого мы ехали. Дайте тебе болика. А что мы сидим? По папчик. Волосы, да? Я тебе могу дать волосы. Или у нас тут кто-то сидит. Конечно. Он там давным-давно сидел. Давным-давно сидел. Так. Тихо, 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 тихо.
Да, сейчас я вас так. Так. Малышей, карандашей будем отпускать. Ну и куда тут? Давай, давай. Есть. Ага, аж чуть запястье не вывернул, подсекал так. Опа, Айдарчик, пацачик, пацачик, он. У тебя там ничего? Давай, блин, сык. Зараза! Выплюнул, выплюнул. Ну такой уже, я его собирался взять. Где-то сантиметров 55, наверное, был. Под двушечку. Ну ничего. Сейчас другого поймаем. Уже балуюсь, пробую на пелец с миди и попапчик мандариновый. Ну а почему нет? На, попробую. Червячка и одного удилища достаточно будет. Ага, я увидел. Вот это уже трофей. Хотя, у тебя тоже поклёвка? А кинь, все подставь. Серьезно? Или давай, или ты давай. Ну, такой не шибко большой. Тихо, 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 тихо. Но мы его возьмем. GoPro поработал. Что там? Несет? Тихо. Так, за верхние. Они у нас за все берутся. О, бойки. Самец. Молоки текут. Ладно, Айдар Хадарыч говорит отпустить. Жалко, ладно, все. Следующего, следующего такого точно возьму. Следующий в мешок, все, уже двух или трех отпустил. Блядь, я знал, что так не будет. Нормальный вроде. Так, стал, а чё ты стал? Чё стоим? Да, хорош. Да, только я не пойму, что делать с ним. Он стал и все. Я его боюсь попустить. Не попускай, нельзя. А чё ты не можешь? Не-а. Отпустим. Так. Легко. Я видел, чем-то обрабатывают, но у нас нет средства обработать, поэтому отпустим. Не знаю, может, конечно, с болячкой не стоит отпускать. Ну, тормоза, не знаю, что. Напишите в комментариях. Да, напишите, что это. Ну, скорее всего, это какая-нибудь несерьезная болячечка. Да не, он нескольких, с нескольких сторон, а прям как, знаешь, подгнившая чешуйка. Короче, тормоза мы. Вы сильно там не обсирайте в комментариях.
что-то сидит. Сидит. А я вот так возьму. Короче, сидел он, походу, долго на крючке. И вообще поклевки не было слышно даже. Не слышно, не видно. Очень красивый, оранжевенький. Я не пойму, как 10, 20, 30, 40. А-а-а! 40 это вот, я неправильно мерил. Короче, в этом нет. А ну 10, 20, 30, 40. 45. Короче, в этом нет. А я неправильно считал. Я думал, вот эта вся линейка, это линейка 55, а это линейка на 40. Но там все равно все были больше. Отпускаем. Да. Ах ты ж, злодей. Так вот, оказывается, я неправильно мерил по линейке. Скорее всего. Это вся сумка 55. А я думал, это, ну, затупил, короче. Смотри, я свою аккуратно. Давай, сейчас подойду, помогу. Померяем даже. Так, ну. Как раз таки чуть больше 40. Чуть больше 40, ну хороший судочек. Красавчик, берем. Давай, камера, включись. Вот, я добро пристал. Подматывай, что ты, но он же отпустил. Это я отпустил.
чуть это. Я же сказал, блин, рыбок. О, ну какой-то есть рыбок, понятно. Больше что? Нет, это другой. Вот, на бойл взял. Попапчика. Да. А что ты конечно, будет. Ноги грязные. Да, че? Да. Под очко. Ну а если цепь оторвется? Трешечка. Трешечка. Шабанул я. Ну это первый. Первого я отпустил. А второго зачетного взял. Второго взял. 2,980. Ну все, 20 грамм воды стекло. Опилов насыпал чуть-чуть горсточку. Куда? Ну щепотку, на дно коптилки. Ага. Положил лист металлический, там противень ложится, чтобы жир капал. Не на опилке, а в противень. Все, решетку, рыбу посолил, поперчил и выложил. На огонь поставил, на горящий. 15-20 минут готово. Можешь повторить на камеру, как тебя этого Сан Саныч троллил? А ты не снимал? Нет, я не успел включить. Нельзя это в кадр, ты что? Да можно, можно. Сан Саныч, егерь, он мужиков троллил, говорит, потому что они с собой ничего выпить не взяли на воду. Говорит, вы первые такие, кто приехал, и ничего не взяли на воду. Правильно. Потому что мы за ЗОЖ. По телеку рассказывают, какая рыба полезная. О, и вот у нас рыбка полезная. Да, красота, как пахнет, запах не передать. Не передашь. Потому что мы сейчас это все съедим. Обширный, а потери громадные. Дома удочки даже не расчехляют здесь. Ну, дальше нечего снимать, Дима.